Приватизация государственной собственности и награда лучшим мастерам художественных промыслов. Депутаты законодательного собрания на комитете по экономике обсудили вопросы социально-экономического развития региона. В частности, внесли изменения в перечень объектов, которые будут приватизироваться в этом году. Большая часть — это разные здания. Кроме того, депутаты обсудили полтора десятка кандидатур, представленных для присвоения звания «Заслуженный мастер народных художественных промыслов Нижегородской области».